Я на кухне сплю. Да, Лёшек? Ну, вставай, Лена, пиздец разгребай. Пиздец разгребать. Спасибо, что живой. Скажи лучше. Да? Ну, да. Перевязку еще тебе идти сегодня. Ну, завтра. В смысле? Тебе сказали сегодня. Какой завтра? Никаких завтра. Ой, вот прям красивая, да, Анфисочка? Вот так вот. Анфиса. Ну, как красивенькая. Ой, как хорошо. Киса. Ты хорошо птички пою, прям вообще прелесть. Не такое голубое, чистое солнышко, так красивенько, да, Анфиса? Алло, как в люльке лежишь? Киса. Красиво здесь все эти штучки стоят. Солдатики. И вот этот дуванчик светится красиво. Красотища. Родителям, кстати, ночью только свет дали. Я вот смотрела, наблюдала. Только авария была. Ой, ну и денек, конечно, вчера был вообще, конечно, ужас. Фиса, тебе очень хорошо смотрю. Все чувствуешь. Да? Вообще прекрасно живешь. Просто красота. Так у нас сегодня Артем на комнате, как вы уже поняли. Как-то так. Вот. Да, ребятки. Весело, весело. Как это все поднимать, блин? Вот в чем вопрос. В общем, ждем мастера, сборщика, сказала, опоздает. В общем, ожидаем. В общем, я не помню, знаете, я вам рассказывала или нет. Когда изначально Лёшка делал, как они называются, эти крепления, петли? Анкера. Анкера бурил сначала, ну, перфоратором. Знаете, перфоратор вообще громкая штука. Вот, ну, знаете, мы ждали год эту кровать, в общем. Сначала с одной кровати был затык, потом ждали, пока эту нам изготовят. В общем, год Артем, вы помните, спал на раскладушке. Вы это прекрасно все видели, знаете. Вот. И, в общем, мы год в ожидании этой кровати. И вот буквально тут полчаса, чтобы вот забуриться, поставить эти анкера. Было, он с работы пришел, вечер был. И, в общем, надо было забуриться. Он забурился, две дырки сделал. Вот те, которые хорошо держались, он оттуда их начал, потому что сейчас начал анализировать. И вот когда вот забурился, вот эти петли, которые у нас летели, он только забурился, и снизу сосед, я не помню, рассказывал вам или нет, сосед снизу, у нас там живут семья молодая, у них, в общем, ребенку, не знаю, год, по-моему, два. Время 8 часов. Два года. Да, в 8 часов было вечера, точно. И, в общем, он стучится, то есть он забурил две дырки, бжи-бжи-бжи, вторую, бжи-бжи-бжи, тут только включил, он, короче, стучится в дверь. Говорит, ну, то есть, мне что такого, знаете, что люди сверлят и сверлят весь день, сверлят и сверлят. Нет, две дырки, ну, что, сами понимаете, что такое две дырки. И, в общем, он стучится и говорит, у нас там ребенок засыпает, или что он там сказал, отходит ко сну, короче, давай ты, короче, выключишь свою эту херню. Он говорит, ну, подожди, сейчас мне тут одну дырку осталось сделать. Вот как раз он эти петли себе, ну, нам, вернее, начал с Артемом, они там стояли, и он забурился. Говорит, ну потерпи немного, типа, сейчас я все сделаю. В общем, он что-то, что он сказал первый раз, я не помню. Или он тебе позвонил, или то ли что. А? Позвонил, по-моему, тебе на телефон. Он не приходил, он позвонил. Он говорит, ну потерпи немного, тут мне осталось одну дырку сделать. В общем, начал вторую дырку делать, звонок в дверь, короче, открывает. У нас там ребенок, короче, ты там мешаешь туда-сюда. Ну я все понимаю, ребят.
Конечно, было бы еще, может, поздно еще туда-сюда, но тут тоже уже не терпится. Думаю, сейчас тут прикрутим, привертим, все уже собрано. Осталось просто вот дырку одну сделать и как бы, и все, и ложиться спать. А то реально уже просто спать-то хочется на чем-то уже, как по-человечески, а то как цыгане. Ну и все, и в общем, у нас на этой почве конфликт с ним произошел. Я тоже начала, говорю, что вы тут, ну потерпите немножко, ла-ла-ла-ла-ла-ла. И там эта жена его там снизу там тоже начала кричать, типа, короче, ну, в общем, такая ситуация. И вот самое, что интересное, вот там, где вот как раз в этом процессе, когда он бурился, вот эти вот петли-то как раз вот отошли вот у нас вчера они. От стены немного отошли почему-то. Не знаю, может, какая-то ошибка была, может, торопился. Вот и сейчас рассуждаем, что вот поторопились, и такая херня произошла. Так что эти какие последствия бывают. А всего лишь ребенка просто можно было отвлечь чем-нибудь. Буквально на полчаса. Вот и все. Просто некоторые родители просто все это драматизируют и не знаю. Есть такие люди. Вот. Так что не будьте такими людьми. Это реально приносит огромные проблемы. Вот сейчас это все всплывает. Прошел год, и вот, пожалуйста, результат. Такие последствия. Могло вообще человека прибить просто этой кроватью. Просто-напросто. Вот и все. А кому-то просто вот себя очень любит. И своего ребенка очень бережет от всяких звуков. Хотя полчаса ничего страшного не произошло с ребенком. Вот серьезно. Его самолет на посадку идет, смотрите. Ну, вижу сейчас его. Ну да, видно. Разборки. Вы не сможете тут. Вот смотрите, тут самое главное, поднять, вот эта конструкция ровно стояла. Нет, так его можно и с кроватью выровнять, это убрать ромб. Прямоугольник. Понимаешь? Ножки для чего и сделаны внизу. Они а там нормально держится, да? Я сейчас на кухне глажу бельишко. Тут у меня постельное белье, оно там. Сгребаю. В общем, парень, конечно, пришел, знаете, большого роста, но он сообразительно вообще разбирается в мебели. Видно, что вот собрали все, сейчас закрепили, поменяли по-другому, закрепили к стене. Вот, и что-то там делают еще. Знаешь, когда несколько человек, это все три. Одна голова, говорят, лучше, а три головы еще лучше, еще хорошо. То есть все свои решения предложили. Что-то мозговали, в общем, когда мужики вместе собираются, в общем, умные решения втройне больших. Вот, еще Артем там помогал, бегал, эти анкера покупал. В общем, тут пятером здесь стоит, получается, мы тут на подмене, так что удобно. Я тут пока стою, пока я там уже не нужна, стою. Так иногда зовет Лёшка мне там что-нибудь спросить. В общем, ну, насчет того, что нормально, ненормально, как ты думаешь, может быть. Или уменьшить больше, ну там уже такие декоративные моменты меня спрашивают. В общем, сейчас белье поглажу. Блин, у нас продуктов нет, у нас продуктов идти. Ладно, еще Лёшке надо перевязку, время. Ты четвертый час пошел уже. В общем, ладно, надеюсь, что все сделаю. Сегодня будем спать на кровати. Главное, чтобы все закрепилось надежно там. Все, ребята, погром, правда, здесь все в инструментах. В общем, все, закончили. Надо будет все пальцы здесь оттирать, следы все внутри там протирать. Здесь Лёшкина кровь. Еще вчера. Ну, тут и больше было, конечно, на диване. А, вот здесь еще кровь бежала. Вон что, здесь вижу пятна. В общем, надо ванишем еще раз проходиться. Здесь пятна. Это еще мало. Было вообще капец, все в кровище. Покрывало здесь стирать надо. Здесь какая-то фигня. Чего темно. Ну, в общем, что пострадало вообще во время этой аварии, значит, у нас вот здесь вот немножко, так покажу, вот здесь, видите, вот трещина, ну, как бы фиг с ней, с этой трещиной, главное, голова целая. Так, что здесь? Вот тут трещина. Ну, это фасады, это вообще фигня, это все можно заказать, ерунда. Так, что еще здесь у нас? Ну и вот здесь еще у нас, видите, трещина. А здесь вообще подлокотник целый. Конечно, если бы не подлокотники, то был бы конец. В общем, здесь надо все оттирать, вытирать туда-сюда.
Как-то так, ребята. И, значит, что здесь у нас? Что здесь у нас? У нас здесь убрали задние стенки. Ну, на полочках нет задней стенки. Вот. И сейчас открывать не буду одна. В общем, вот эти штуки сцепляют вот эту, вот этот каркас и вот эту, эти боковые полочки. И к стене крепятся. Вот. Снизу, по-моему, у них такого крепления нет. И внутри еще сделали где-то вот в этом, в серединке. Внутри. То есть, когда открываешь, там тоже есть. А до этого было просто сверху на двух анкерах здесь, на двух анкерах там, ну, к стене. То есть, держала верхушку кровати и стена к стене. Верхушка и стенка была прикручена. И все. А тут, получается, здесь держит теперь с двух сторон и еще посередке. То есть, усилили конструкцию, чтобы не грохнулось. В общем, как-то так. Полочки теперь. Ой, все грязненько, надо вытирать. Сейчас все, тут все в кирпиче. Стена кирпичная. Ну вот. Нет, там креплений. В общем, все, надо вытирать, полы мыть. Я тут этому мастеру бутерброды готовил, что яйца не стал есть. Бутерброды съела, а яйца не стал. И вообще он был вот сколько? 7 сантиметров, да, а сейчас он вот такой, 12. Бы вот и помощнее, большой такой. 15 сантиметров, тогда было бы нормально. Ну вот. В общем, когда мы встали вот утром, когда это все произошло, вот тут вот, анкера, два штуки, они вылезли из стены. Как бы все держалось, ничего не рухнуло, пока Леша из себя Геракла не... Геракла, видимо, ощутил, полез там вовнутрь, и вот все стебанулось. Как бы не продумал план свой действий. Хотел как лучше, получил по голове. Вот так вот получилось. Ну да. Конечно, слава богу, что живой. Остальное все фигня, как говорится. Ну, короче, эти моменты надо учитывать. Лучше, конечно, обращаться с тем, что у вас просто в городе нету таких вот. У нас вообще нету, понимаете, тех, кто собирает вообще вот такие вот шкафы, кровати, вообще нету никого. Просто мебельщики. И то не все берутся делать вообще. Да, и то не все берутся. Боятся они эти кровати. Это что там боятся? Угу. Что боятся, говорит? Ну а что, он человек пришел? Он... Ну, парень пришел, сделал. Леша ему заплатил. Он говорит, 2000. Леша говорит, ты что, так мало? Дал ему, короче, 3. Вот так что. Все сделали, все стоит. И я вот мою полы постелила, другое сюда покрывала, все оттерла, все отошло. Ну, я уже рассказала, что, в общем, теперь не 4 анкерных, как они называются? Теперь 6, и они длиннее гораздо. Вместо 4, 6. И они длиннее, они мощнее. Там было-то вообще капец. Они, короче, получается, вот это анкера, они нужны в тот момент, когда кровать так начинает открываться. Все, больше они ни для чего не нужны. Когда она открыта, и когда закрыта, все, анкера уже там не участвуют. Только когда вы открываете кровать, вот тогда они участвуют. В общем, а дома бардак. Взял, да, он, получается, внутрь вот этой кровати вообще встал ногами, представляете? Я в этой внутри этой кровати встал ногами. Да. А что произошло? Там, соответственно, крепление. На одном креплении да, держалось все. И газлифты стали складываться. И все, и трындец. Да, трындец. И сложилось все нафиг. Черты бабушки, ну, увидели. В принципе, тут все целое. Как бы так, чуть-чуть трещина на голове. Кожа, видимо, да, там? Повредилась, черепок-то нормальный. И вот я показала в углу здесь, ну и там мелочи жизни, как говорится. Ой, обошлись, короче, вообще просто реально, вот второй день рождения вчера у тебя было, реально, больше сказать нечего просто. А я кентам сегодня звоню, говорю, ну, типа, поздравляйте меня с днем рождения, такие, те же, типа, летом же, а сейчас 8, весна. Вообще, конечно, весело. Ну, так вот. Ну, теперь, ну, вот, ну, не знаю, будет, ты так же не будешь руками двигать. Не знаю. Буду молиться каждый раз, когда ложиться спать. Все равно как-то, не знаю, очково как-то. Да не, нормально, вот такие вот сейчас, вот такие большие. Были вот такие вот. Че такие? Кирпичная кладка, и вот там всего держится вот столько. Да. А сейчас вот такие, то есть там реально кирпич, стена вот на 40, короче. Угу. То есть они вот до сюда где-то доходят. Ладно, мои полы дальше. Надо тумбочку эту сдвинуть туда-обратно. Только прическа у меня, получается, пострадала. Ой, ну фиг с ней прическа, господи, кепку надела. Все, привязку пошел, закрытая больница. Как с студентами завтра общаться в таком виде?
Вот одна проблема, человек. Кепку наденешь, это заправишь, и все, ничего не видно. Мама звонит. Скажи еще косынку надеть. Ну-ка вот, смотрите, что творится. Нормально тебе? Красиво лежишь так вообще, королева. Одна на дзене тут ловит дзен. Да? Так, матрас пошел у нас в комнату. Просто не можете скинуть, я ее специально сбросила, я ее стирать. Ее сбросьте ее. Около шкафа этого поставим. Пока. Да, пока поставьте. Ну, сбросьте, блин, там волосы, наверное, ну ладно. Леша собрался в душ, называется. Ну, а что за душ? Сделали ему прикрытие. Ну, сказали ему мочить. Прикрытие ему такое сделали. Пилотку вот надел какую-то. Давай, все, поди. Ой, ну а что сделаешь, не намочить, что ли?